Игрушки, сувениры, украшения для волос и сладости. Все это ручная работа. С любовью и трепетом товары для семейной ярмарки Art Band создавали женщины, живущие в городском округе. Кто является хранительницей очага? Это женщина. И женские руки самые нежные, самые ласковые, самые добрые. И все, что творят наши рукодельницы, содержит в себе не только их тепло, мастерство их рук, но и теплоту души, любви и частичку их сердца. На десятках прилавков каждый гость ярмарки смог найти что-то для себя. Мы уже полно всего купили. Мы купили браслеты, мягкие игрушки. Я даже в подарок приобрела. Ярмарка – место, где можно не только купить приятные мелочи для души, но и интересно провести время. Весь день на площадке работали аниматоры. Заплетали детям косички, рисовали аквагрим и развлекали самых маленьких посетителей семейной ярмарки. Творческий базар в Химках провели в рамках программы «Выбирай свое» партии «Единая Россия».